команде. Хочу сегодня, Бог побуждает меня, то, что какое-то слово говорить, а хочу засвидетельствовать немножко о славе Божьей в своей жизни. Вкратце. Расскажу о том. Меня зовут Антон, мне 35 лет. 14 лет из своей жизни были адскими, я проупотреблял наркотики, и, ребята, моя жизнь была полностью разрушена, я не видел выход с этой ситуации, но Бог спас меня, явил чудо. Поэтому хочу как бы сказать о том, что для Бога нет ничего невозможного. То, что мне казалось невозможно сделать, мне не могло помочь ничего. То есть, как я не пытался бороться, и мои близкие с моей проблемой, ничего не получалось. Но Бог пришел, и Он помог мне. Поэтому я призываю каждого, кто, может быть, еще не знаком с Богом, для того, чтобы вы открыли свое сердце, пустили Бога туда, и вы увидите, как чудно. Я не говорю, что, может, у каждого свои есть проблемы, не обязательно наркотики. Но как Бог преобразовывает, на самом деле, как Он меняет, и как Он поднимает, на самом деле, на свои высоты. Поэтому, братья, как знак оклику каждому из вас, попробуйте. Помолимся, братья. Боже, спасибо Тебе за этот день, Господь, за то, что Ты собрал нас сегодня вместе, Отец Господь. Я молю, прошу Тебя, благослови сегодняшний матч каждого игрока, Господь, организаторов турнира, Господь. Спасибо за то, что, Господь, мы здесь можем сейчас, Господь, прославлять Твое великое имя, Отец Господь. Спасибо за наших воинов, которые защищают нас сейчас, и мы имеем возможность, Господь, сейчас играть в футбол. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты был покровом для каждого из нас, Господь, чтобы Ты, может быть, сокрушил то сердце, которое еще не знает Тебя, Господь. Я прошу, чтобы Твое слово было живо и действенно в жизни каждого из нас, Отец Господь. Все, я славлю и величаю Твое великое имя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.